Мы находимся в Читальте в 12 часов ночи в Бергамо. Перед нами происходит удивительная вещь. Перед нами 500 овец, 500 блеющих овец, которые в дневное время... Разговаривающих. Они не появляются. К сожалению, камера не может взять прямо холм, усыпанный белыми овечками, но... Ну, можно услышать хотя бы немножко. Можно слышать колокольчик, барашков, овечек. Маленьких-маленьких ягнят. Кошмар. Это все вот как бы в городском таком вот, знаете, населенном штабе. Деревня живет.